сорт томата «Зеленый гигант». Это старый сорт зеленоплодных томатов родом из Германии. Вот такие вот плоды чисто зеленого цвета. Есть плоды зеленоплодные, но есть розовая серединка, сердцевинка. Какие-то желтые или розовые цвета присутствуют. Этот сорт чисто зеленого цвета. Некоторые плоды достигают массы до 1 килограмма, если вести сорт в один стебель. Помидоры очень вкусные, с дынным ароматом. Ну и по красоте. Вообще сорт великолепный, превосходно урожайный. И все это о сорте «Зеленый гигант». Сорт действительно заслуживает особого внимания. Это среднеранний сорт, 95-100 дней проходит до созревания. Куст среднерослый, 1,20 м, 1,50 м, с большими листьями картофельного типа. Этот куст обильно нагружен большими увесистыми плодами. Томаты вот такой вот утолщенной плоско-округлой формы, умеренно плотные. Этот плод у меня уже мягкий, хотя и зеленый с этой стороны. Вообще кажется зеленый-зеленый, но это зрелый томат. Вес томатов от 300 до 700 грамм. Ну и, как я сказала, вес отдельных плодов может достигать до 1 килограмма. Формировать для получения урожая средних томатов можно растение формировать в 2-3 стебля. А если хотите крупный томат, то лучше в один стебель. Выращивать этот сорт можно как в открытом грунте, так и теплице. По вкусу изумительный, попробуйте. Вот так выглядит сорт в разрезе. Очень сочный, многокамерный, мякоть изумрудного цвета. Изумительный по вкусу. Советую вам попробовать.